всем. Всем добрый вечер. Час буквально у нас остается до матча, даже чуть меньше. И до автограф-сессии с Денисом Кулешом, который все готово. Тоже остается буквально совсем-совсем чуть-чуть. И вот отсюда, наверное, не совсем хорошо видно, но... Вот такая очередь, она продолжается, и она приумножается новыми болельщиками. Вот Москот к нам тоже пришел. Сейчас что-нибудь будет, не знаю, наверное, вытворять. В общем, Денис Куляш скоро придет, мы дождемся его, наверное, да, и успел он у нас разыграть чуть-чуть, сказал, что стоит в пробке. Мы очень испугались, что автограф-сессия находится под угрозой, но нет, все здесь. Все здесь, все хорошо, и Омск это да, это Омск. Так что сейчас, наверное, уже Денис придет, потому что ну, на подходе еще пару минут есть, но в принципе такой вот общий план дал вам, очень стыдно впечатляет. Не знаю, она вот таким вот змейка тянется. Играем в Северстале сегодня, последний матч в 29-м. Соботка в составе. Все круто. Наверное, еще. Вот он. Видим, что все очень рады встретить Дениса. Очень рады тебе, Денис. Очень рады. И сейчас все это пойдет, сейчас первые болельщики драгоценный автограф получат, сфотографируются, и очень, очень радостный момент. Поехали! Вот этот парень, Влад, он вас сфотографирует, и просите у него фотографию, нас не просите. Я не знаю вообще. Влад тоже ничего не хочет давать. Вините его. Тоже автограф брать будешь, да? Красавчик. В общем, кто на арене, кто вдруг не знает, что в фойе Денис Куляш дает автографы, вот он здесь. Приходите. Надеемся, что очередь будет быстро двигаться. И также всех ждем на арене. Кто стоит в пробках, кто не успевает, приезжайте быстрее. Привет. Приезжайте быстрее. Мы вас ждем. Ждем всех на игре.